Стой! Ты что делаешь? Я умываюсь. Нельзя! Нельзя! Почему, енот? А почему нельзя? Потому что нельзя. Да почему? Потому что... Тс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Чего это он? Нельзя! Стой! Стой! Нельзя! Мне на тот берег надо, енот. Медвежонок, ты твердо решил? Угу, твердо. Зайка, попрощайся с медвежонком. Крот, крот, посмотри на него в последний раз. Почему? Почему в последний раз? Мы будем часто вспоминать о нашем медвежонке. Жаль, что мы его больше никогда не увидим. Почему жаль? Почему не увидим? Он был хорошим товарищем. Почему был? Он есть, вот он. Да, но уже недолго. Ты чего, енот, что недолго? Это нам на тебя смотреть. Почему? Потому что ты сейчас пойдешь по этому бревнышку, а вдруг ты упадешь? А вдруг я не упаду? Упадешь. Ай! Ай! Назад! 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 Ну вот, я же говорил. Опасности подстерегают нас на каждом шагу. Можно споткнуться, поскользнуться, растянуться, кувырнуться, можно стукнуться, грохнуться, можно шлепнуться, а можно... Нельзя! Нельзя! Почему? Потому что нельзя! Почему? Нельзя! 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 Не ешь грибы! Можно отравиться! Нельзя! Ой! Нельзя! Нельзя! Можно... Вот! Можно простудиться! Ой! Смотри! О! Нельзя же! Нельзя! Можно свалиться, облиться! Заразиться, ушибиться, заблудиться. Нельзя, нельзя, нельзя. Ой. Не сиди, мор.
можно прилепиться. Не стой, можно провалиться. Не беги, можно разбиться. Разлиться? Свариться! А что же мне делать? Так и виси. А можно? Нельзя. Опасности кругом. Страшные. А вдруг я упаду? Енот, а вдруг они не такие уж опасные, эти опасности, а? И можно их не бояться. Можно? Ой! Можно! 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 Можно!